если есть пространство, значит его нужно использовать грамотно. Так считают педагоги детского сада «Жар-птица» в Химках. Буквально каждый уголок дошкольного учреждения интерактивный. Например, поднимаясь по лестнице, дети могут познакомиться с подводным миром, а пройдя чуть дальше, узнать об обитателях мезозойской эры. Мама, как у меня тут динозавр? Я эти динозавры, черепахи. В игровых еще интереснее. Миниатюрная кухня, салон красоты, археологический уголок. Каждый ребенок точно найдет, чем заняться в свободное время. Помимо привычных игрушек, в детском саду «Жар-птица» нашлось место и новейшим технологиям в области развития дошколят. Вы берите с большого прям вулкана песочек. Бери, да. Не стесняйтесь, берите песок. Вот, там уже что-то вырисовывается, видите? Уникальные методики здесь применяют и в обучении. В школу ребенок поступает подготовленным с набором базовых знаний первоклассника. Элементарно математические какие-то знания, развитие речи, на все на это делается около. То есть мы используем в своей работе такие материалы, как мата плюс, речь плюс. Помимо основных предметов, детям рассказывают о базах робототехники. Так как мы живем в городском округе Химки, да, предприятия, которые находятся в этом округе, конечно, в основном связаны с космической отраслью, вот, поэтому мы считаем, что в этом направлении нужно именно развивать и направлять. «Жар-птица» – дошкольное учреждение, вошедшее в проект «Предшкола. Стандарт детского сада». В составе программы сад реализует все самые смелые идеи уже 2 года. Главная цель – вывести на качественно новый уровень не только систему образования и воспитания, но и существенно повысить уровень квалификации кадров. Нам очень важен уровень наших педагогических кадров, и управление по образованию уделяет этому большое внимание. Проект «Предшкола» ориентирован не только на квалификацию кадров, но и на образовательную среду, которая создает дошкольные учреждения вокруг ребенка. Несмотря на значительные успехи, говорят педагоги, им еще есть над чем работать. Мир не стоит на месте, и каждому воспитателю детского сада «Жар-птица» искренне важно, чтобы их дети шагали с этим миром в одну ногу. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.